давайте вспомним, что представляет из себя вот это вот выражение, числитель здесь. Количество R из FU, таких, что R не превосходит X. Надо понимать, что здесь написано. Я нарисую. Вот мы нарисовали все числа. 0, R, 1, и так далее, q минус 1 единица, взяли здесь x, вот здесь вот, посчитать количество несопротивных дробей. Как же это сделать? Как же посчитать количество несопротивных дробей на вот этом вот отрезке? Меняем порядок.
D делаем с наружкой. Итак, наша N равно сумма по D. D может D это общий делитель А и B, а B у нас не превосходит X. Значит, D у нас просто-напросто не B не превосходит U. D у нас просто не превосходит U. Сумма по D не превосходящая. Мю от D выше за сумки. Сумма. А А и Б должны теперь оба делиться на D. Значит, сумма по Б не превосходящая У, сумма по А не превосходящая БХ, но Б должно делиться на D, и А должно делиться на D. Значит, это сейчас надо как-то расшифровать, что значит, что Б делит, ну, совершенно ясно, что это значит, что если B делится на D. На D. Это значит, что B равняется B1, D. Ну и аналогично. A равняется A1, D. И это дело не превосходит U, а это дело не превосходит BX, которое есть B у нас теперь B1, D. B1, D, X. То есть здесь мы можем просто написать, что B1 не превосходит U. На D, вот отсюда, да, а А1 не превосходит B1, потому что здесь вот D сократилось. Ну, вот здесь, что превосходит. А, и сумма внутри сумма единиц. Ну, давайте напишем, что превратилось эту сумму. Смотрите, что я стираю. Я стираю. Давайте я вот сейчас стираю определение функции Мёбиуса. Она уже больше не понадобится, а зато освободится место. Мы доказываем вот эту формулу для знаменателя. Мы получили равенство количества, то сейчас получим. Итак, n. n это то, что стоит в числителе. Оно равняется сумма по d, не превосходящей u, мю от d. Дальше. Сумма по b1, не превосходящей q, разделить на d. Сумма по А1 не превосходящая. А1 не превосходит B1X. Сумма, это вот эта сумма, это есть B1X целая часть. Правильно? Поэтому у меня сумма стала менее страшной. Сумма по D не превосходящая мю по D. Сумма по B1 не превосходящего U разделить на D, а тут будет B1X. Ну хорошо, давайте я теперь уступлю вот как. Я хочу приближенно посчитать сумму, я хочу отбросить целую часть. Спрашивается, если я здесь отброшу целую часть. Ну, мы уже несколько раз сегодня отбрасываем такую целую часть. Значит, я хочу написать тогда здесь x, вот что будет, если я отброшу целую часть. А, значит, какая у меня будет погрешность? Число от целой части отличается не более чем на единицу, на дробную нулю. Поэтому погрешность будет количество слагаемых. Количество слагаемых здесь не больше, чем q разделить на d. Да. Значит, f. И далее, значит, погрешность будет оцениваться как у меня в результате? Q на сумму по D не превосходящего U мю от D разделить на D. Это мы сегодня уже оценивали. Но не мю от D, а модуль мю от D. Да, там же она не положительно. А давайте так напишем. Модуль мю от D, он не превосходит единицы. Поэтому погрешность мы оценим сразу одной D. Индивидуальная погрешность при фиксированном D. А потом надо просуммировать. Но одно D под определением происходящего Q мы уже сегодня оценивали. Это логарифм. То есть вот эта вот погрешность, она порядка Q логарифм Q. Ой! А вот это не знак много.
за скобки. Оставшуюся сумму мы уже сегодня оценивали. Не надо будет все считать. Сумма по D, не превосходящему мю от D, сумма по B1, не превосходящему уровень на D, B1, сегодня считалось. И более того, вот это она и есть. Количество элементов в F-ку. В точности она была, правда? Ну, и с большим удовольствием возвращаешься, теорему мы доказали. Нет, ну все-таки не она. Почему не она? Всем, что ли? Сейчас. Она? Ну хорошо, да, она. Правильно, тогда сейчас передохнем, чтобы глубже сидим, а потом нам можно вырезать. Правильно, что это она? То есть можно было бы даже не вычислять, по сути дела. То есть нам же не важно главный член, а то есть главный член, а что там одинаково. Потому что действительно, значит, здесь... Ну, то есть нам не важно, что это именно 3 делить на π квадрат, а важно, что это какое-то конкретное число. Не важно. Главное, что оно бесконечно стремится быстрее, чем циклическая кула. Да? Ну, потому что, ну, действительно, это она просто. Это в точности, что получится после перестановки суммирования, когда здесь считать. Правильно? Задаваться главным.